чудо-колотушки. Как ласкают наши ушки. Оп, эти чудо-колотушки. Как ласкают наши ушки. Эти чудо-колотушки. Чудо-чудо-колотушки. Чудо-чудо-колотушки. Если излагать совсем уж вкратце, что заебался он жить дальше среди нашей мерзотной фальп. И только два варианта вроде: или быстро без боли реально кончать себя, или, стиснув зубы, доживать, как последняя тля. Такая вот мрачная у него на уме альтернатива. Юрцу, как я понял, опять захотелось уйти красиво. Мы спокойненько сидели у него, твердые шишечки, игристое вино. Летний день медленно двигался к финалу. Сперва незаметно темнело, потом незаметно светало. Глубокий саунд из колонок плотно качал. Сабвуфер, как бенгальский тигр, рычал. Огромный бонг водой привычно урчал. Юрик жизни предъявы бросал, я молчал. А хули тут скажешь, я твердый кромсал в лепешке. CD-ченджер произвольно менял звуковые дорожки. Хлещущий бит оттягивал не понарошку. Под утро появился Аркадий, с ним виски и порошки. Кажется, заезжали в юбках мини смешливые крошки. От голода спасали дыньки, бутеры и чудо-творожки. Джа по ходу пьесы тоже не забывали. Забивали, часто курили, опять забивали. Аркаша отчалил, оставив нам горстку бодрости. А Юра зануда, упорно все гнет свое в подробностях. Жизнь типа говно, без просвета и прочее хуё-моё. Конкретно дает депрессивного Юрий. Под кикесом врубитесь на лаве в июле. Я заебался слушать его нелепые жалобы. Когда Юрцо ноет, приятнее драить палубы. Он нормальный пацан, проверенный годами. Но заебом тянет чела к суициду временами. Я взял дорогу, звякнул о зубы льдом, выпив виски. Зажег сигу, вспомнил первое место прописки. Школу 666, в которую мы с Юраном ходили. Разных лохов, что по жизни мы вместе валили. Много вспомнил чего, ситуации или-или. Душную камеру вспомнил, откуда нас на допросы водили. Бесконечные очные ставки, как тупых следаков разводили. И говорю с расстановкой, выдохнув из рыла дым: Юрик, брателло, тебе по-любому не стать другим. Ты, конечно, вправе снести себе репу. Дело Юры сугубо твое, базара тут нету. Только не очень мне понятно, нахуя? Это и так кто-нибудь исполнит за тебя. Ты же никогда по жизни не делал чужую работу. И сейчас расслабься, выпей и не веди заботу. А если тебе охота выпустить типа пар, давай поедем к Махмуду, отнимем его товар. Пора уже заебошить по злому эту суку нахуй. Он банкует на районе мимо нас, а это чистый ахуй. Попутан рамсу Махмудика основательно, но для червей, уверен, он будет питателен. Так слово за слово, еще по две широкие полосы. И мы едем мусолить барыгу, ветер приятно хуярит волосы. Родная местность, раннее утро, птички ебошат вовсю кабриолет. Юрец привинчивает привычно глушителю пистолет. Говорит: поставь, брат, новый кровосток, я ставлю. Махмуду пришел пиздец, ему не поможет сабля. Любое кровавое месиво из чего-то да состоит. Что же мы сможем увидеть, поборов отвращение и стыд? От Кости осталось полулакосты и кости, от Илюши недопереваренные суши, от Никитоса два пальца и папироса, от Артура мобильная гарнитура, от Вадима осталось лицо невредимо,
От Аслана спина и пакетик плана. От Кольки остался перстак только. От Аркашки фу, требуха и какашки. От Димы осталось дохуя так дыма. От Андрея ничего, долги и гонорея. От Фила остались ключи от виллы. От Паши осталась какая-то бля каша. От Сережки рожки ебать до ножки. От каждого что-то останется. Жизнь не проходит зря. Взрывной волной разметаются и монашки, и упыря. За примером ходить не надо. Пример прямо тут, под рукой. Я хуйнул в них с гранатомета, и они обрели покой. Я хуйнул в них с гранатомета. До сих пор в ушах стоит звон. Ребята те были похуже помета, и ребята те вышли вон. От каждого что-то останется. Жизнь не проходит зря. Интересное начинается, когда закончились козыря.